Итак, народ, доброе утро, сегодня суббота, хороший день, начинаем его вот так. Сегодня днем будет 4 часа дня играть Аргентина, посмотрим, вылетит, не вылетит с футбола. А я сейчас утром, вчера купила такую покупку. И поеду в мастерские искать. Я рассказывал, что мне сказали, что амортизаторы плохие. Вот я купил два амортизатора передних, чтобы подготовиться к сезону летнему. Поеду, попробую найти какую-то мастерскую, которая мне это установит сегодня. Я оставил вот в этой мастерской, уже двери закрыли, на 2 часа машину. Аменабар 3641. В интернете нашел этот адрес, не знаю, попробуем. Они стояли безработными, я решил оставить. 8000 они сказали за замену амортизаторов, а сам пойду на 2 часа погуляю. Так, вот партии Кишнера, смотрите. Офис в этом районе, таких офисов бывает много в всяких райончиках, а мы пройдем погуляем по району. Так, райончик называется наш Саабедра. Какой домик, не поймешь, жилой он или нет, какое-то такое. Все, полуразрушенные. Дальше вроде ничего. Фонтанчики, парки. Говорят, там парк Саабедра. Утренние поливы. Травки. Сегодня футбол Аргентина играет. Флаги уже поразвешивали, подняли. Чтобы все понимали, что сегодня Аргентина. Будем надеяться, что они не расстроятся. Что сегодня Аргентина не продует. А как минимум 0-0 или хотя бы выиграет. Было бы неплохо. Кому надо велосипед покататься, вот, пожалуйста. Только теперь они уже, по-моему, платные. Я так на них не покатался. В общем, в случае раньше они были вначале бесплатные. Вот мы и дошли до парка. Сейчас здесь понышкаемся, посмотрим, что тут. Ресторанчики на окраине парка. Уже народ сидит с утречка. Да-да. Полностью ресторанчики там. Барокко, здесь косеча, танданги, супермеркадо. Смотрите, тут довольно оживленно. Там вначале, там гуляет. Вначале продавали черешню по килограмма 600, килограмм 1200 за этот самый на улице, вот прямо на дорожке. Просто не стал им камеру тыкать в глаза. Другой клубнику продавал, я не спрашивал сколько. А так народ, он с утра, в субботу уже бегает, а кто жует? Смотрите, сколько одни ресторанчики. Карусели. Уличная торговля. Ребятки, кстати, кто, ну, может, тут не так давно. Если вы думаете, что просто так можно выйти на улицу и поторговать в Аргентине, то вы глубоко ошибаетесь. Это все сначала договорнячки надо сделать там, где положено. То есть, если вы просто вот так придете со своими шмотками, которых вы там наберете где-то и решите, что вы тут столик поставите и будете зарабатывать, то вы быстренько окажетесь вообще в другом месте. Так что, ребята, просто так это не делается. Я тоже начинал с этого. Во-первых, что подумал, да, вон все торгуют, я сейчас тоже схвачу тачку такую же, поставлю, буду себе там эти панчосы, типа хот-доги продавать. Ну да, пада, так оно и будет. Крутой запах липы, липа цветет уже. Вон куча. Хотите на чай, можете собрать себе липы. Смотрите, все тут липой. Все цветет крутенько. Клубникой пахнет, тоже клубнику вот продает. Вон там. Так. А знали, что под Буэнос-Айресом есть куча всяких этих самых речушек? И вот смотрите, в некоторых местах написано, какая речушка под этим местом протекает. Вот. 6 метров под землей здесь протекает Арожа Медрано. И под Буэнос-Айресом просто куча немерено этих ручьев. Где-то даже карта есть, я когда-то смотрел, сколько и где протекает. Ну а нет, так таблички, смотрите, там написано, где какая речка. Ух, базар какой устроили. Расставляется только. Мужик бегает, таким собака придолбался, хочет с ним побегать, поскакать. И липы, липы, прямо запах лип. Вот, вот какие здоровенющие, это все липы в цветах. Хоть мед собирай, пчел ставить в этом парке. Парк прямо кишит как улей.
Интересно, кто-нибудь из них останется тут 4 часа вечера торговать, когда все пойдут на этот. Все пойдут на футбол смотреть. А мне вот интересно, сегодня Света читала, типа, анекдот аргентинский про футбол, знаете, там, пацан отцу своему пишет, что говорит, меня в школе сегодня пригласили, что я буду флаг выносить. У нас есть такие эмбандерадо, то есть флаг выносят перед началом школьных занятий. И вот, типа, лучшие ученики выносят флаг. Ну и отец возрадовался, говорит, да ты что, ты у нас будешь, типа, считаться сегодня тем, который флаг выносит в школе. Он говорит, да, ты придешь? Он говорит, а когда? Да, во вторник, говорит, 7 утра. А у нас во вторник 7 утра как раз Аргентина сыграла первый матч на чемпионате мира. Тот говорит, да ты что, а чё же так, что типа в 7 утра, во вторник? Ну, говорит, больше никто не придет в школу, никто не согласился, один я согласился. Остальные фиг вообще в школу пойдут, когда будет футбол. Эти готовятся к вечернему футболу. Эстасион Салюдабы, это где можно прийти, померить давление, вам расскажут про диету, померяют сахар и все такое. Вот палаточки расставляют, наверное, уже к тем, и написано Эмоцион Мундиаль. Видите, они уже эти самые готовятся к футболу вечернему. Вот какой ресторанчик. Кстати, подскажу, вот смотрите, плакат стоит, плакат на заборе висит. Но факт в том, что оно так и есть. Вот на плакате написано 75% de la ciudad video vigilada. Это значит, что 75% города уже под видеонаблюдением находится полиции. И вон там тоже полицейские, 5-й, 10-й, видите? Это вот, чтобы знали, что в Буэнос-Айресе 75% города наблюдается уже вот так вот полицией по камерам, что и где происходит. Так, девочка штангу тягает, лежит под деревом. Кошмар. Вот это Саабедра тоже довольно тихий райончик для жизни. Смотрите, в таком. И парк рядом. Да, только дети кричат. Ну это понятно, дети должны орать. А то они и дети. Ну, в принципе, нет такого движухи, как на Кабильдо там или еще у каких-то. Вон, снимаешь, допустим, там квартиру, смотрите, напротив парк, тишина. Надо периодически разбирать машину, чтобы повытягивать вот эти все срани оттуда. Потому что падают листочки, все забивается. Одно и почищу тут, прикидывайте. Пока амортизаторы меняют, вот один уже изменили. Сейчас другой делает. Так. Ну зато, хоть посмотрю, что диски мне поменяли в прошлый раз. И тормоза тоже. Все, теперь сейчас амортизаторы сменим и вперед.